Всем здравствуйте. Вот и новый день. Сегодня у нас солнышко выглянуло. Ночью дождя не было. Но как-то прохладно. Пришлось вот такую кофтеньку накинуть на себя. Сейчас едем к бабушке. Там ребятня моя. Сегодня у нас тренировка по танцам. Потренируемся. Вот. Ехали мы. Бабушки, ребятня моя опять играют. Разбивают все эти, все кустики, все деревья. Бабушка кричит, ругается. Привет всем, Максим. Ой, хорошо сегодня, прям солнышко. Все равно надела я кофтейку, потому что... прохладно. Вот. Пойду выпью кофеечка. Попозже поедем на танцы. О, давай опять кружиться, только я... Нет, я не буду. Ой, красота. Что вы делаете? Надо посадить миндаль под емкость. Взяли бутыли с кортиком. Или они же старые? Толстые. Здорово. Что, вы отдыхаете? Что-то скрипучая качель, да? А она такая была. Такая была? У Тани тоже такая, только она скрипит так же. Так. Как вы сегодня спали? Нормально. Нормально? Вы спались? Да, мы сегодня прям очень много спали. Потому что вчера весь день нагуляли за целый день. Вот. Мы просыпались по несколько раз. Я? Да. Нет. Да, Максим, мы вертелись, крутились утром. Я не просыпался. До 9 тогда вертелись, докрутились и спали. А, ну, утром, но ночью нет. И ночью, блин, сплю. Нет. И Максим. И Максим нет. Эй! Такое было, Маш. Серёж! Чё смеёшься? Всё, обиделся. Всем привет! Всем привет! О, такое умиротворённое состояние. Сейчас, по-моему, опять кто-то пойдет на второй этаж спатеньки. Да, Макс? Да. Ой, шоу как. Тебе подушку принести? Нет. Красота. Красота, красота. Мне нравится, когда вот так чуть-чуть качается. Угу. Там можно уснуть. Тут так хорошо летом. Тепло, когда. Сейчас, конечно, прохладно совсем. Ну, так себе. Да. А когда тепло? Скоро на тренировку. Потом поедем домой делать уроки, Максим. Надо сделать будет все уроки, завтра собраться. Нам в воскресенье очень рано выезжать. Не знаю, наверное, часов 6 поедем утра. А может быть даже и раньше. Куда? Потому что нам еще прическу надо делать. Куда? Когда? На турнир в Губке. Завтра? Нет, завтра суббота. Завтра а только собираться в воскресенье. Ну, это... Да, поедем. Да.
один. О, процесс пошел. Ребятки, добрый день. У нас за окошком, ну, в смысле, не за окошком, дождик идет вовсю. А мы тут подготавливаемся к летнему сезону, делаем потихоньку летнюю кухню. О боже, это, наверное, никогда не закончится. Тут делаем стол, ну, как стол, столешницу. Тут будет умывальничек. И такое. Обычный дачный вариантик. Вот. Тут у нас тут будет диванчик стоять, наверное, со временем. Вот. Вот так вот это все у нас делается. Пускай это все останется на память. Покажу вам, наверное, уже готовый результат, когда здесь будет уже стоять варочная панель. В смысле, плиточка, посудка. И мама тут будет закруточки делать.